Средний класс никогда не поймет, какого жить нищим и что такое работать за еду. Легко рассуждать, когда почти ни в чем не нуждаешься. Поэтому размышления на уровне у вас бедное мышление а в стране за БС. Я вам скажу так, ребят, если вы бедный, нищий и живете в России, при этом бедствуете, да? Лучше вам реально тогда поехать в Америку. Лучше бедствовать в Америке. То есть... Скорее всего, если вы там обычный работяга, вы там, соответственно, работаете где-то физическим трудом, соответственно, зарабатываете деньги. Поверьте, здесь в Америке физический тру труд ценится намного больше, чем в России. Здесь вы за физический труд будете зарабатывать реально достойную э, сумму, скажем так, зарплату. Поэтому, ребята, если уж выбирать, где бомжевать, лучше тут в Америке. Реально. Ебанутый? Нет, ты ебанутый, долбоеб, сука. Как уехать? А вот это уже не ко мне. Я не знаю, как уехать. Особенно если нет денег, это сложно. Губами. <music>